этот праздник. Thank you.
Бог этот мир, что Сына Своего отдал, да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Иисус Христос прожил безгрешную жизнь, но был распят на кресте вместо нас. Он умер и сошел в ад со всеми грехами. И на третий день Бог Отец воскресил Сына Своего Иисуса Христа в жизни. Праздник Пасхи – это праздник воскресения Иисуса Христа. Это праздник победы жизни над смертью. Знаешь, проповедник, ты единственный, чьи слова коснулись моего сердца. Так я видишь, приятно. А что нужно сделать, чтобы тоже иметь общение с Богом? Надо ему нет, Ваше Величество, Богу не нужны ваши деньги, ему нужно ваше раскаянное сердце. Примите Иисуса Христа в свое сердце, как Бога и Спасителя, и обретете спасение от греха и смерти. Я тебе верю, все решено. Отныне, слушайте мой новый указ, отныне во веки веков. Иисус Христос мой Господин и Господин всего моего королевства.